XX, с вами Беливикс. Всем привет! Спустя 3 месяца мы приехали снова в Грецию, и это отличный повод снять охоту для кукол. Собственно, особо ничего не изменилось, разве что убавился ассортимент. Охоту на кукол в Греции я уже снимала, поэтому если тебе будет интересно посмотреть все магазины и какой там ассортимент, то я оставлю обязательно ссылку в описании, или если ты с компа смотришь это видео, то кликни сюда, и ты его можешь посмотреть. Но все-таки давайте с вами посмотрим, какие же кукурузашки и игрушки здесь есть. Поехали! Первое, с чего мы начнем, мы посмотрим ассортимент других куколок. И пройдемся по отделу Барби и почувствуем себя принцессами. Упс! Здесь я даже нашла стенд, посвященный куклам Бимбо. Боже мой, Флора Спешл Эдишн, она мне безумно нравится. Кто смотрел видео про первую охоту на кукол, тот помнит. Здесь также есть эксклюзивные Барби, например, как Барби Элвис и другие. Вот эта куколка, мне даже кажется, что она чем-то на меня похожа. Такое типа милирование волос и глаза похожи. Итак, а теперь мы подошли к стеллажу с куклами Monster High. Воу, как тут много гулёб, а посередине винилки Monster High. С другой стороны стеллажа расположены карьерные куклы Буйорк, Хаунтед, Фредс Кэмеры Экшен, Бюджетки и даже Венера и Вабарелла Я Люблю Моду. Вот это находка для Monster High лаверов. В Мустакасе есть отдел, посвященный иверяшкам. Есть Рейвен, Декстер базовые, Легаси Дэй Рейвен и Apple Mirror Beach. А теперь у нас великое противостояние. Эверест Хай или Барби? Пишите в комментариях. 1 мая – это светлый праздник Пасха, поэтому в Греции начинают готовиться к этому празднику заранее, аж в конце марта. И, разумеется, магазины буквально завалены такими вот вкусняшками. Также обратите внимание на то, что к некоторым куклам прилагаются розовые свечи. Это так мило! А сейчас мы с вами идем в магазин Джамбо. А вот и ассортимент. Вау, какой большой стеллаж, не правда ли? Видим даже девчонок из серии Скориш, Эбби и Фрэнки. Огромные ряды с монстряшками из серии Monster Exchange. Полки нереально забиты гулиопами из цирковой серии Freak du Chic. Есть почти вся коллекция Freaky Fusion и остальные монстряшки. Это бюджетки. Кстати, обратите внимание, что есть Торали Freaky Field 3. Ах да, чуть не забыла, но еще парочка Венер из пляжной коллекции необычным образом затесалась в этом монстряшном раю. Кукол Ever After High, к сожалению, в этом магазине Джамбо нет. Ну вот мы и вернулись из магазина и даже с покупками. И как говорится, делай что ты любишь и люби что ты делаешь. На этом наша охота и наше видео подошло к концу. Мы даже вернулись с покупками из магазина. Ну а на этом все. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал. Напиши в комментарии, понравилась ли тебе охота на кукол. И beautiful and crazy. Пока-пока!